Всем приветики! С вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие! Муа! А сегодня я уже нарядилась немножко Дед Морозом, потому что уже приближается Новый год и наше Рождество, дорогие мои, христианское. Христианское, я имею в виду ортодоксы. Ну что я вам хочу сказать? Новогоднее настроение уже присутствует! Уже присутствует, потому что у нас сегодня в Италии уже началась желтая зона, и мы можем выходить куда хотим. Можно погулять, можно сходить в супермаркет, но куда хочешь, туда и ходи. Если есть кто-то, народу много, можно надеть маску. А если гуляешь по морю, то можно не надевать. Но сегодня, дорогие мои, все наоборот, потому что сегодня у нас дожди. Подожди, дожди, дожди и... В общем, дождей сегодня много, тем более, что с ветром, поэтому никуда не хочется ходить. Но все равно сегодня мы пойдем, потому что продолжается обмен подарками новогодними и рождественскими. И у меня по плану сегодня одна моя, так сказать, подруга итальянская, а послезавтра я пойду еще к одной в семье, потому что мы тоже договорились поздравить друг друга с прошедшим католическим Рождеством и с наступающим Новым годом. Очень я люблю это дело, потому что обмен подарками – это супер! Очень приятно дарить и очень приятно получать подарки. Дорогие мои, какие подарки вы любите? Какие подарки вы любите дарить и какие подарки вы любите получать? Пишите мне в комментариях. А сегодня, как я уже говорила, у нас 3 дня – это желтая зона. Значит, сегодня 28, 29 и 30. 31 и 1 и 2 будет опять красная зона. Да и ладно, потому что продуктов мы снова накупим. Салют мы будем пускать с балконов. И это вообще здорово. Мы уже в прошлом году впервые в этой квартире, как я уже говорила, в новой нашей квартире, которую я купила. Посмотрите мое видео, как я купила квартиру и нашла клад. Я действительно в этой квартире немножечко всего понаходила. Не то, что немножечко, очень-очень всего много. И эта мебель, которая позади меня, тоже здесь была. Ну, в общем, дорогие мои, в Италии очень удобно покупать квартиру. Но я не знаю, может быть, у нас и в России тоже так же. Потому что, когда покупаешь квартиру, тебя отдают с мебелью. А поскольку эту квартиру я купила уже на распродаже, так сказать, на Асте, и здесь молотка. И здесь мне досталось все, что здесь было. А было здесь, я вам скажу, очень-очень много всего. Ну, конечно, золото, бриллианты и нет, но все равно столько мы всего тут понаходили. Еще раз вам говорю, посмотрите, пожалуйста, мое видео, как я купила квартиру и нашла клад. Люблю вас всех! Новогоднего настроения, мои хорошие! С вами Ольга! Ура! Скоро Новый год! Загадываем желания! Вот такая у нас погода, такой сильный дождик. Поэтому я с удовольствием сижу дома, даже если сегодня у нас уже желтая зона, и можно везде выходить и гулять. Ну куда выходить гулять в такую серую погоду? Смотрите, даже гор не видно из окна. Куда это такое? Ну, в общем, я довольна, потому что Винченцо пошел делать какие-то покупки в супермаркет и закупать всякие разные кирпичи для того, чтобы сделать камин. А я свободная. Включила себе новогоднюю музыку и танцую, и делаю уборки, меняю всякие постель, делаю еще самую разную красоту. Но самое главное, под новогодние песни. Дискотека авария. Новый год к нам мчится, и новогодние игрушки, звери и хлопушки мне самое больше всего нравится. Поэтому я их кручу и прокручиваю по нескольку раз. Скажите, какие у вас самые хорошие песни к Новому году, такие самые веселые, которые вы слушаете, потому что, может быть, я еще отстала, и сейчас еще красивее и веселее уже есть. Мне нравятся наши русские песни, потому что в Рождество я слушала все такие рождественские, более мелодичные, более спокойные. А к Новому году хочется попрыгать, потанцевать, особенно в дождливую погоду. За красивую! Жизни! Молодец! Ура! За красивую жизнь! Всем любви! Ma sembra che c'era proprio così, quello bagno lì, diceva, nel campo dei fiori.